Ну вот и прибыл я в Москву, на Павелецкий вокзал. Поздно по расписанию прибыл поезд. Сейчас, в принципе, что, да, Питер будет у нас Ленинградского в час 15 ночи, до этого времени, ну, сейчас, может быть, куда-нибудь смотаемся. Буду я снимать или нет, не знаю, но посмотрим. Первое, что надо, это сейчас подключиться на вокзале к Wi-Fi, зайти в интернет, смотреть новости. Да, давно я не был здесь. Наверное, как тогда, году в 98-м из Волгограда прибыл, наверное, здесь больше нет. Потому что Воронеж Липецк, по-моему, раньше был. 15:26. 5-го пути. Нумерация вагона. Деловой поезд. Продолжается посадка. Скорый поезд номер 137. Сообщение Москва-Саратов. Отправление поезда 15:26. Такой вот он, Павелецкий вокзал. На этом как бы заканчиваю. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.